Друзья, всем привет! Вы на канале Делай Сам, и с вами снова Алексей. В предыдущем ролике мы делали вот с вами такую замечательную ручку из эпоксидной смолы от компании Artline. Сегодня продолжим тему, но здесь вот так получилось, что получился эксперимент, да? Ну, как бы просто я вот решил попробовать, ну, на самом деле все получилось. Так что, что я буду делать? Давайте посмотрим видео. Кстати, если вам будет интересна такая тема и понравится итог, вы пишите, если будет много комментариев, мы за розыгрыш, мы разыграем то, что получилось по итогу. Так что комментируем, пишем и смотрим. Ребят, ну то, что мне оставалось, на самом деле мне стало очень жалко. Хотел сначала так просто оставить, чтобы это застыло и что-нибудь потом с него делать. Ну, решил я заморозить его, положил, налил в контейнер и поставил в морозилку. Сейчас вот я налил водички примерно 40-60 градусов. Мы это попробуем растопить, пускай она немножко постоит, пока будем заниматься немножко другими делами. Вот это растает, посмотрим, будем тоже делать эксперимент. Другая смола от компании Artline, есть такая Crystal Plus, она, можно ее, да, как бы замораживать, там, размораживать и заливать. Просто укорачивается срок ее, срока застывания. Вот с этой не знаю, будем пробовать. Так, ну вот у меня постоял немножечко в теплой водичке. Смола стала жидкой. Не знаю, получится ли получится. Я немножко добавил туда пигментной пасты. Вот. Сейчас размешаем. Цвет, конечно, прям сказочный получился. Возможно, конечно, у смолы будет срок жизнедеятельности чуть так покороче. Но ничего страшного, нам времени не страшно. Я, в принципе, так и знал, что будет. Что, как всегда, либо много, либо мало. Мы сейчас немножечко добавим еще смолы. И сверху с другим колером попробуем заколеровать, чтобы она разного цвета была. Посмотрим, что получится. Но это все-таки эксперимент. Так, ну я немножечко вот замешал такого розового цвета. Не знаю, что получится, но давайте будем пробовать. Не сочетал ни разу. Вот такие вот заливочки получились. Здесь немножко скотч не лежал, сверху прилипло. Давайте быстренько попробуем оторвать. Смотрите, о, видите, что значит с этим воском помазан. О, смотрите, красота. Прям розовый переливается с перламутром. Класс. По итогу получилась вот такая вот интересная ручка. А сейчас попробую сфокусировать. Там вот видно, что переливается с розовым. Конечно, смотрится она прям шикарно. Все, кто помнит, что это был просто эксперимент. Мы экспериментировали, замораживали ее, размораживали. Но на самом деле все четко, так что не забывайте про промокод «Делай сам», и можете в компании Artline получить 5% скидку. Так что переходим. И вот делаем даже вот такие вот ништячки для себя. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел ролик до конца. До новых встреч, до новой самоделки.